Hello. Кстати, вы знали, что hello по-немецки это привет? Очень языки сможешь. Я просто проснулась. И я уже успела покушать завтрак. Это была вкусная яичница. Кстати, я никогда не любила яйца. До момента, не знаю когда, когда я попробовала жареные яйца с сыром, с помидорами и с сосиской, может быть. Всего мясного, из каких-то таких продуктов. Люблю сосиски. Остальное я готова не есть. Никогда. Но сосиски, господи, мне так жаль этих животных, но... Сегодня я поеду снова к бабушке. И у моей тети сегодня день рождения. Но она ничего не будет для него делать. Но хочу не брать в этот раз ничего. Я имею в виду немного. Потому что я люблю очень много всего набрать. И такая, типа, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Но я беру с собой ноутбук и возьму книгу. Короче, я дочитала «Алхимика», господи. Я советую каждому человеку прочитать «Алхимику» в этой жизни. Я поговорю с вами об этом еще. Сейчас я начала. У меня уже давно она на полке просто лежала. Эмма Джейн Остин. Книга на английском. Читаю по одной главе в день, потому что достаточно, типа, да. А еще я... У меня есть вот такая штучка. Тут история о том, как я учила английский. По полиглоту, кстати, я учила. Также я тут немецкий начинала учить полиглоту. Начинаю помаленьку возвращаться в немецкий. А, Guten Morgen. Это было ужасно. Я не хочу показывать, что я сейчас делаю. Окей, вы уже увидели. Вы можете забыть о том, что я говорила про взять как можно меньше. Тоже мне выходить через примерно 30 минут. Перед тем, как ехать, я делала себе такой перекус. Обожаю сейчас это есть в последнее время. Это просто обычный йогурт за 10 рублей. Банан, свежая малина. Это место уже знакомо, да, Ю? Взяла я немецкий. Саша, тебе расскажу секрет. Вчера. Мы едим горох. Тут просто выбираем те, которые более-менее живы. Приближается час, когда я скоро выложу видео, которое очень много для меня значит. Это самое лучшее место для того, чтобы туда залететь горохом. Смотри. Не смотри. Лучше никогда так не делай. What? Дети как Анна Грант вокруг света 80 дней. А я почитаю. Я почитаю немецкий, хорошо? Немецкого я знаю. Guten Morgen. Доброе утро. Guten Tag. Добрый день. Guten Abend. Видимо, добрый вечер. Guten Night. Night. Спокойной ночи. Чусь! Чусь, да пока. Вайбита. Я очень угораю над этим выражением. Потише чуть-чуть, ладно? Сейчас я доскажу, и можешь дальше кричать. Я угораю над этим выражением, что-что? На немецком Вайбита. Я знаю, что Зи — это она. Почему Ви? А, подожди, не, почему Варум? Варум? Дело в том, что тут в немецком уже есть одно. Тут очень много совпадений с английским, например, даже потому, когда вопросительная форма, что ставится глагол, с местоимением меняется местами, например. Магазин! Магазин! Идем, ты очки взяла. Какое мороженое будешь? Мне мороженое. Закончила я, в общем, монтаж двух трейлеров свадебных роликов. Я не знаю, я просто находилась в каком-то... Знаете, я была в таком творческом процессе, как будто мне этого хотелось не просто свои видео монтировать, а что-то еще монтировать. Начала я в 11:30, сейчас
18-16. Цену мы еще не обговаривали, сколько мне за это заплатят. Но для меня важен просто, что я попробовала что-то новое, это так здорово, это так странно, типа, а? Доброе утро. В общем, сегодня по плану съездить с мамой в библиотеку и отдать книги, которые мы задолжали уже миллиард лет. Я наконец-то уговорила прогуляться в Сосновом Бору, просто прогуляться в лесу, потому что я очень люблю там быть, и я очень хочу там погулять с мамой. Это некий ритуал любви к себе. Сейчас я собираюсь поедем с мамой до библиотеки, как я сказала, а потом в Сосновом Бор, если надеюсь, не пойдет дождь. Еще я начала сегодня монтировать видео, которое я сняла на английском. И я все время ощущаю стыд. Это очень сложно, перейти барьеры и вообще выставить это видео, потому что когда, ну, перед тем, как монтировать видео, я обычно просматриваю материал, чтобы вайб поймать. Вы знаете, у меня было такое, типа, нет, я это не выставлю. Но когда ты монтируешь и делаешь из этого что-то полноценное, то твое мнение начинает меняться. Да, я показала маме дневники вампира, и да, теперь мужу на втором сезоне. Купили с мамой багет и сок. Мама малину дикую кушает, это ее любимая ягода. И так хорошо, сегодня солнца нет, я даже больше атмосферно как-то. Тут одно дело, когда такая дорога, а другое, когда прям очень похоже на лес, что ли. Я сейчас пролежала на полу и просто плакала из-за того, что я больше не могу слушать свои мысли, ощущать их количество. Если сейчас тебе очень плохо, и ты не знаешь, куда себя деть, и думаешь, что ты сейчас вот-вот сдашься, просто сделай, как считаешь нужным. Но я просто хочу сказать мысль, которая просто врезалась мне в голову. Я сказала это самой себе о том, что если ты идешь к своим целям, то делай это без давления на себя и без изменения себя в ту сторону, в которой ты не чувствуешь. Потому что изменения ради людей, и ты чувствуешь, что они не те, которые тебе нужны, это давление на себя. И от этого тебе будет больно, потому что ты таким образом тоже сворачиваешь с того пути, куда тебе нужно идти. На самом деле, я как-то записывала такое видео на телефон, когда у меня тоже был некий мини-взрыв. Почему я даже об этом думаю? Ну, это, значит, это как-то касается меня, я не знаю. В камере ничего не будет от того, что я перед ней поплачу. Я ненавижу делиться болью. Это никогда не было выбора. Или за меня решали. А сейчас одна моя сторона мне говорит, что у меня нет выбора и нужно идти как по безопасному пути. Типа безопаснее, понимаете? И в финансовом положении, и во всем. А другая моя сторона, которая хочет большего, и которая я чувствую, что эта сторона — это я. Настоящая, и я не хочу ее убирать из себя, но эта сторона хочет, чтобы я рискнула. Я насрала на эти финансы и на людей, и на все. Но я даже не знаю, как уехать отсюда. Нужно взять... Я бы не накопила за 2 месяца, за 1 месяц. Да. Билет туда. Потому что единственным человеком, который тебе всегда помогал и хоть что-то подсказывал, это ты сам. И, возможно,
от этого типа больно. Я всегда подсознательно это понимала и знала, учитывая, что я вообще видела. Я не знаю, как это видео выложить и буду ли я вообще его выкладывать. Потому что сейчас я чувствую одно, потом буду чувствовать другое, опять засомневаюсь и все такое. Еще одна гробанная тема, которая меня беспокоит, это тема любви к себе. Чувствую, как я нуждаюсь в человеке, и я не чувствую себя одиноко вообще ни разу. Я люблю одиночество, хоть этого и это было не всегда. Как относиться к тому, когда ты хочешь человека в своей жизни, но у тебя возникает чувство вины, будто бы... Типа, сейчас объясню свои мысли. Если я хочу чувствовать любовь от другого человека, это значит, что я недостаточно люблю себя? Вот такой у меня вопрос возникает. Потому что я никогда не страдала никакими болезнями психологическими, которые потом по итогу учат тебя тому, что ты должна любить себя. Я только страдала от супер низкой самооценки, неуверенности в себе, и я была на той стороне. И я понимаю, если у тебя сейчас так, и обиднее всего, когда это происходит из твоей семьи, только из-за того, что ты так видела или видел, тебе кажется, что так все люди с тобой обходятся и будут обходиться. Или с твоими близкими людьми. На самом деле, это не так. Меня реально бесит это. Меня бесит, что нужно исправляться, типа, для того, чтобы уметь жить в этом обществе. Нужно затратить кучу энергии на работу над собой только для того, чтобы тебя не считали странным, странной. Чтобы тебя считали, типа, человеком. В последнее время я очень часто иногда теряю себя и не понимаю, кто я реально, что мне нравится. Иногда ко мне снова возвращается это чувство, которое я последний раз чувствовала в 15 лет. Начало панической атаки, но я стараюсь убрать это. И я снова начала засыпать с гирляндой, потому что в темноте мне снова нехорошо. Я не выбираю так чувствовать, я не знаю. Может быть, я делаю это неосознанно. Потому что, когда я прочитала книгу «Тонкое искусство пофигизма», там говорится о выборе того, что ты сам или сама выбираешь чувствовать. И я не выбираю этого, твою мать, чувствовать вообще. Я этого не хочу. Тут обстоятельства. И моя ответственность выбрать, как быть в этих обстоятельствах. Но в один момент у тебя просто эмоции вот так выходят. Ты не понимаешь, как тогда, да? Вот, знаете, одна мысль хватается за другую, и сейчас вот, например, мне хочется плакать от того, что у меня реально нет в жизни человека, с которым могу вот так, как с камерой, типа, поплакать, поговорить. Выслушать не за чувство того, что я когда-то такое сделала человеку, а искренне, от сердца, типа. И моя мама тоже так может, просто это уже, наверное, я. Я знаю, кем я хочу быть. Я знаю, что я хочу чувствовать. Я знаю, что мне нужно выбрать. Единственное, что мне сейчас нужно сделать, так это, когда наступит этот день Х выбора, не дать никому выбрать за меня. А мне, в свою очередь, не дать выбрать страху и неопределенности. Если ты находишься сейчас в таком же ментальном положении, то
слушай себя. Так же, как и я собираюсь это делать. Самое главное, чтобы это не оказались просто слова. А реально это были действия. Я его думала, вставлять или не вставлять влог, в итоге я не вставила. У меня со вчерашнего дня есть эта тревога, и когда я засыпала вчера, у меня была ужасная, ужасная тревога и паническое состояние. Я не могла выключить свет ни на секунду, мне было очень тесно снова. Сегодня какой-то медленный день. Скоро поеду на встречу, чтобы скинуть много материала на ноутбук. И иногда у меня, знаете, возникает такое чувство, типа, мне хочется сдаться и как-то грустить, больше ничего не делать. По-моему, это мой стиль жизни просто. Я просто понимаю, что это такой период, такой день. И сдаваться только из-за того, что у меня только сегодня такое настроение. I don't think so. Если ты грустишь сегодня целый день, грусти и не делай ничего. Позволь себе побыть наедине с собой. Посиди, погрусти, поплачь, если хочешь, поспи, поешь сколько хочешь. Делай, что тебе нужно, что первое тебе приходит в голову, кроме самоубийства, пожалуйста. Ты мне еще нужен или нужна? На самом деле сажусь монтировать влог. Огромное спасибо за просмотр. Расскажи мне, как у тебя дела, что у тебя нового, кто поступил, кто не поступил. Обязательно увидимся в следующем видео. Bye! Disappears as the sea takes it in and swallows it whole. And just as it leaves, just as it sinks.